обзор инфокомпании Техмил, с вами я, Артур Идиатуллин. Поддержка избирателей главы партии лейбористов Корбина в одном из ключевых регионов противостояния Великобритании, в Лондоне, сократилась почти вдвое с момента всеобщих выборов в 2017 году, что ставит под угрозу благоприятный исход выборов, декабрьских выборов для них. С момента майского опроса в Лондоне популярность консерваторов и лейбористов, двух лидирующих партий в парламенте Великобритании, выросла. Однако они проигрывают борьбу, точнее постепенно уступают во влиянии либеральным демократам с 2017 года, которые успешно оседлали волну роста сторонников сохранения членства в ЕС. Избиратели Лондона ставят проблему выхода из ЕС выше по значимости, чем экономика и здравоохранение. Чем отличается от других регионов, сообщил опрос YouGov. Для лейбористов это означает, что перегибание палки, будем так говорить, оппозиции Brexit, то есть с попыткой оттягивать Brexit, либо противостоять плану Джонсона, может перечеркнуть результаты выборов в 2017 году, когда партия просто покорила Лондон с рекордной долей голосов 54,5%. Консерваторы тогда получили 30,1% голосов. А сейчас же на ноябрь опрос YouGov показал следующее распределение популярности. Поддержка консерваторов и лейбористов в Лондоне упала с момента выборов в 2017 году. Это вот представлено вторым распределением по счету. У первых, то есть у консерваторов, поддержка упала всего лишь на 4%, это с 33% до 29%, а у лейбористов упала на целых 16%, это с 55% до 39%. Если сравнивать ноябрь с маем этого года, то популярность консерваторов и лейбористов, будем говорить, прошла дно и растет, однако дистанция сокращается. Можно видеть, что у консерваторов популярность с мая 2019 года выросла с 23 до 29%, а у лейбористов она выросла всего лишь на 4%, с 35 до 39%. Среди трех основных партийных лидеров Корбин, глава лейбористов, имеет наименьший показатель удовлетворенности. Опрос показал, что 65% респондентов заявили, что он не справляется с работой, и всего 20% заявили, что у него получается. Работой Джонсона недовольны 59%, в то время как 30% считают его работу приемлемой. Если сейчас глава лейбористов Джереми Корбин не найдет способ вернуть, точнее развернуть тренд лояльности в сердце страны, то есть в Лондоне, за менее чем месяц, потому что до декабрьских выборов остается около месяца, его партия, скорее всего, потеряет места, что позволит Джонсону, естественно, легче продавить свой вариант выхода из ЕС. Естественно, предвыборные опросы отличаются высокой волатильностью, это нужно учитывать, поэтому мы будем продолжать следить за входящими данными, но, возможно, следует рассматривать осторожные покупки по фунту. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу.